Это был обычный день. Я заболел и не пошел в школу. Я сидел и смотрел универ на Антохином ноутбуке. Как вдруг на мой телефон кто-то позвонил. Высветился номер тети Нины, и я решил ответить. Алло? Никто не ответил. Тетя Нина? Тишина. Как вдруг я услышал скрежет и чьё-то дыхание. Я подумал, что это шутки сына тети Нины. И вдруг я еще прислушался и услышал странный шепот. Мне надоело, и я решил сбросить трубку. И продолжил смотреть универ. Как вдруг на мой телефон снова раздался звонок. Опять же высветился номер тети Нины. Я думал, отвечать ли мне или нет, но все-таки решил ответить. Я не стал в этот раз ничего говорить. Все молчал. Отдай мне книгу. Хочешь продолжение этой мистической истории? Тогда ставь лайк. И если хочешь увидеть продолжение, давайте наберем 5 лайков. Ну давайте, это ж так мало. Для нашего канала это не проблема. А с вами был Артём, увидимся на канале Артём Летущий.